Развитие Самарской области обсуждали в Москве губернаторы и первый заместитель руководителя администрации президента. Речь на встрече шла о подготовке к чемпионату мира по футболу, в частности, о строительстве стадиона и всей необходимой инфраструктуры. Затронули и тему совершенствования системы местного самоуправления. Наш регион является, напомню, одним из пилотных в этом вопросе. Цель – выполнить задачу, поставленную главой государства – максимально приблизить власть к людям. Николай Иванович Меркушкин также проинформировал Сергея Владиленовича Кириенко о ходе выполнения в регионе указов президента, связанных с зарплатой работников бюджетной сферы всех категорий, реализацией программ по обеспечению жильем молодых семей, молодых специалистов, переселении из ветхого и аварийного фонда. По объемам строительства доступного жилья и по реализации федеральной программы «Жилье для российской семьи» Самарская область в числе лидеров в стране. Обсудили вопросы образования. В 2016-м регион получил больше всех средств в стране как участник федеральной программы по строительству новых школ. В ее рамках построены и открыты две новые школы в микрорайонах Волгарий, Крутые Ключи. Завершается строительство в Южном городе. Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева сегодня успешно продвигается в проекте повышения конкурентоспособности российских вузов 5-100. Технический университет получил статус опорного вуза региона, а медицинский – лидер Нижневолжского научно-образовательного медицинского кластера. Также на встрече рассмотрели реализацию федерального плана мероприятий по подготовке к 50-летию выпуска первого автомобиля с конвейера «АвтоВАЗа».